И последние новости приходят из Петербурга. В аэропорту Пулково, где эвакуировали людей из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, задержаны как минимум 10 рейсов. Здание оцеплено, помещение и территорию обследуют полицейские. Людей, соответственно, не пускают ни туда, ни обратно. При этом сервис FlightRadar показывает, что аэропорт продолжает принимать рейс. Например, только что сел рейс из Новосибирска, чуть раньше прибыл из Москвы.